Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гога22, не здесь, и сегодня у нас будет с GTA San Andreas будни у Монтгомери. Немного потише. Так, это у нас 12-я часть. Чё там еще? У нас будут какие-то гонки у Цезаря. Вот, это тоже что-то намечается, потому что гонки я не особо люблю, да. Ну что, садимся на машину и погнали к Цезарю. Цезарь, я надеюсь, недалеко находится. И да, он находится недалеко. Поехали к нему. А вот я уже и у Цезаря. Вузиму. Кто такой Вузиму? Или что это такое? Что с Цезарем? Блин, сейчас будут гонки. Я больше всех ненавижу гонки. Пошел. Черт, я ж машину и так угробил. И чуваки. Это будет легендарная схватка. Вот это да. А ну-ка, получай, тварь. Все, я поехал. Так, все отлично, на первое место вырвались. Аккуратно, надо проехать. Вот здесь, сюда вот. Отлично. 40 секунд всего прошло. Обычно они по 1,5 минуты длятся, эти гонки. Поэтому я еще долго должен проехать. Давай аккуратно едь. В гонках в GTA San Andreas надо быть очень аккуратным. Так очень быстро гнать не надо. Вот, тише едешь, дальше будешь. Это главное правило гонок в San Andreas. Но я думаю, так и в других играх должно. Я даун. Какой я дебил или нет? Ох. Фух. Я обосрался. Я думал, что я сейчас просру гонку. Давай. Гони. Все идет как по маслу. Пока что. Ну что, когда там уже гонка закончится? Мне уже надоело гнать. Так быстро. Ну не быстро, а медленно. Ладно, хрен с ним. Что, давай, гонка, закончись уже поскорее. То не хочу ехать. Туда. Ой-ой-ой. Аккуратненько. Теперь сюда. Ай, сейчас врежусь. Ай-яй-яй, гони. Давай. Чувак, подожми. В газ прямо, в пол. Черт, мне кажется, не рядом. Это же они там говорили что-то. Так, тут надо аккуратно, а то тут это завихрение, вот эта херня. Блин, чуваки, вы знали, как мне тревожно сейчас. Да блин, грузовик. Гребаные дальнобойщики. Сорян. Да долго я еще ехать буду.
Меня бесит это уже. Скорее бы финиш. Это финиш! Это финиш, чуваки! 5 косарей! Оу, е! Ну что, давай, отключайся. О, еще катсцена. Да, с первого раза просто гонки прошел, это так круто. Сан-Фьерро. Звякну, конечно, чувак, конечно же звякну. Если окажусь в Сан-Фьерро. Давайте, до свидос. Ух. Че, еще одна миссия? Интересно. Тут у нас еще одна миссия. Прощай, любимая. Больно. Конец. Это чувак сзади мне кого-то напоминает. Я, если он не мой, то мне кажется, это он самый. Ну, по крайней мере, он сказал ни слова, но я не знаю. Ну, короче, я думаю, что это Клод из GTA 3. Фак, еще одни гонки. Я не выношу эту хрень уже. Меня бесите. Ай. Походу уже просираю гонку. Опа. Минус один. Прощай. Ну-ка срежем по-быстрому. Эй, куда ты погнал? Меня ждем. Да блин, машина, поворачивайся. Фак, ну вас нахер. Может так? Ну я хотя бы второй, а не четвертый или не третий. Так, сюда вот. Ладно, сейчас ни слова. Я его догнал. Надо его перегнать. Перегнал, лошара. Главное, чтобы я лохом не остался. А то тут большие шансы на лоха. Гонка уже посложнее, согласен. Первый, я первый.
Давай сюда поворачивай. Молодец, молодец. Все хорошо. Все под моим контролем. Пока что все под моим контролем, все хорошо. Главное, машину не врезаться. И все будет просто айс. Нет! Иди нафиг! Да-да-да, все, перевернись там нахрен. Я случайно машину врезался. Фак, гребаный полицейский, иди нафиг. Нет! Я вас всех раком поставил! Да! С первого раза эту гонку просто навернул там всех! Yes! Ну что ты скажешь, Каталина? А? Ну что ты скажешь, а? Yeah! О, господи! Yes! Выкосите все! Да, вали отсюда, наконец-то уже. Задолбался с этой Каталиной возиться в этом лесу. О, е! Пока. Кто тот самый крутой? Я тот самый крутой. Кто тот самый крутой? Я тот самый крутой. У кого большие яйца? У меня большие яйца. У кого большие яйца? У меня. Yes. Ну что там дальше? Никаких миссий пока что не вижу. Странно. Но самое главное, что эти две гонки с первого раза прошел. С первого вонючего раза. С первого. Yeah. Ну что мне делать? Я не понимаю, какие миссии я должен выполнить дальше. Интересно. Может, мне позвонить кто-то должен. Да, вот. Мистер Правда? Мистер Правда, где он тут? Далеко, да? Ни хрена. А вот он. Ну все, поеду, значит, к нему, к мистеру Правде. Так, все, чуваки, я приехал к мистеру Правде. Так, ну привет, мистер Правда. Так, ты едешь в Сан-Фьерро? В смысле, Сан-Фьерро? Вот эта тачка. Приколдесная. Нормально. Свали на тонны, две этой херни, чё за... Наркоты, что ли? Походу, да. Чё?
Вот что, огнемет, мы, походу, сейчас будем его на наркоту сжигать, которая растет, выращивает. Да. Помогите мистеру Правду уничтожить коноплю. Окей. Да, сколько наркоты уничтожим еще. Аж теплица рушится. Найс. Давай. Так, еще. Оу, е. Ну тут еще. Отлично, пока что все идет по маслу. Уничтожаем коноплю, как он просит. Пока нас копы не сожрали. Потому что все знают, что за выращивание наркоты дают хороший срок. Блин, там еще много. Ай, больно. А, нет, жив. Ну все, осталось только пара кулбобок, и все, мы все готово будет. Аккуратненько сжигаем. Ай-яй-яй-яй, подальше. Давай уничтожаем кулбобку. Ну, почти все кулбобки уничтожили. Осталась только эта кулбобка, и все хорошо. Гори, кулбобка. Гори, отлично. Гори, ясно. Чтобы погасло. Чтобы не погасло. Поговорите с мистером Правдой. Нахера мне с ним говорить? Окей, где он? Вот она метка. Чё, снайперскую винтовку? Давай. Быстро беги.
Надо быстро эту клубок уничтожить. Да, вот, вот. Ой-ой-ой-ой-ой! Садитесь в космобазу. Охренеть, у меня мало жизни, вы видели? Отгоните космобазу в гараж Сан-Фьерро. Где-то Сан-Фьерро. Ууу, вот это да! Вот это нам далеко ехать, конечно. Да. Ай-яй-яй! Давай, 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 молодец. Нет. Теперь молодец. Так, ну давайте построим маршрут до Сан-Фьерро. Значит, я еду так, потом сворачиваю так, фигней страдаю. Да, все отлично. Да, все под моим контролем. Ай-яй-яй, слишком на ней не гони. Теперь мы должны свернуть сюда вот. Может, как-то так получится сюда заехать? А ну-ка. Да, я думаю, так будет лучше. Вот так вот заедем. И поедем вот так вот. Ну, гениальная идея, поехали. Я приехал в Сан-Фьерро. Интересное место, мисс Сан-Фьерро. Блин, у меня мало жизни. После того, как я выгружусь, надо пожрать что-нибудь. Я, походу, у нас путешествие следующее начнется именно в Сан-Фьерро. Ну, как я понимаю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. До свидания, мистер полицейский. О, это как раз место, куда мне надо. Выгружаемся. Это какой-то гараж, что ли? Прикол. Ладно, я думаю, давайте уже на этом заканчивать, ребят. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Гога22010, и всем пока.